Анонс и дата выхода 29 серии турецкого сериала «Любовь на показ». 29 серия сериала выйдет в эфир 8 января в 20:00 по московскому времени на телеканале «Канал Д». С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как в конце концов Мелахат рассказывает о фиктивном браке. Все в шоке, как Айше и Керем объяснят эту ситуацию своим родным. У Керема и Айше появляется еще один шанс подумать над своими ошибками, которые принесли хаос. Айше хочет оставить все позади и начать чистую страничку. По ее мнению, все должны узнать об их секрете, и в жизни больше не должно оставаться проблем. А Керем просит у нее время, чтобы наладить все проблемы. Влюбленные не смогут найти компромисс, и спор превращается в серьезный скандал. Посмотрим, чья возьмет верх. Сотрудники Мадаму готовятся встретить Новый год. Они ждут корпоратив, но Керем находит отговорку и отменяет вечеринку. Айше не понимает, почему Керем так поступил, но осознает, что он что-то скрывает, и начинает выяснять, что это. Семья Егитер тоже готовится ко встрече Нового года. Блюда, подарки, все готово, осталось лишь отсчитывать часы до Нового года. Но оставленный дома таинственный подарок изменит весь баланс в отношениях двух семей. Напомним, 29 серия сериала выйдет в эфир 8 января. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.